Продолжаем программу. Многообразие традиций народов России как культурно-историческое богатство региона. Конференция под таким названием состоялась накануне в Магнитогорске. В ее рамках прошел круглый стол, который был посвящен вопросам национальной и миграционной политики, а также формированию общественного мнения о ней. Приняли участие в обсуждении представители общественных организаций, законодательной ветви власти, национальных диаспор и ученые. Свидетелем обсуждения стала наша съемочная группа. Инициатором конференции выступило Федеральное агентство по делам национальностей. Организационную роль на себя взяла местная национально-культурная автономия татар – татар-рухы. Что не случайно, массовое прибытие раскулаченных семей из Татарстана в Магнитогорск началось в 1931 году. Тогда в Магнитку было сослано 1500 семей. Первое поколение татар свободно читали Коран и вели переписку на арабском языке. Но их потомки уже хорошо владели русским и органично влились в окружающее их общество, при этом не растеряв национальную идентичность. Однако, по мнению организаторов форума, после распада СССР межнациональные отношения значительно усложнились, особенно когда речь идет о мигрантах из других стран, в частности из Средней Азии. Здесь, конечно, надо включаться в первую очередь государству, чтобы их образовывать, заниматься их воспитанием, чтобы они знали язык. Не просто так гражданство раздавать направо и налево, а чтобы эти были полноценные граждане нашей страны. Между тем, сейчас конфликты на национальной почве возникают все чаще. На информированность людей о национальных традициях оставляет желать лучшего. Эту тему на круглом столе затронул кандидат исторических наук Андрей Авдашкин. Он отметил, что мало кто из коренных жителей сможет отличить узбека, таджика или киргиза и даже найти эти страны на карте. А из-за отсутствия понятия «мигрант» в законе, этот ярлык вешается в том числе на граждан самой России. Как мигранты, совершенно безосновательно, несмотря на то, что они гражданство Российской Федерации, они родились в России, но их воспринимают как культурно чуждых. И, соответственно, в контексте употребления понятия мигранта, вот, предположим, законодательство у нас как? Есть ли у нас понятие мигранта? Нет, у нас нет понятия мигранта, у нас есть иностранный гражданин и лицо без гражданства. Конференция по этой непростой теме продолжилась и на следующий день. К обсуждению подключились также представители религиозных конфессий. Павел Брусенев, Олег Карпенко, телекомпания ТВН.